Хей-хей, с вами мистер Кей, и мы играем на Сампер P01. Сегодня у нас вечеринка на яхте объявляется, смотрите. Сколько здесь народу собралось, все это организовали мы с Адамом и с Женькой Яська. Он бывший лидер ФБР, кстати, кто не знает. Так. Так, Светлокис там что-то пишет. Ну, в любом случае мы уже отправляемся. Собралось здесь, наверное, человек 20 где-то. Курт Кобейн даже здесь. Мото мешает путь. Какой мото? Нижний комплектик. Нет здесь никакого мота, Адам, ты что, вредишь? Дай руль, Адам. Наверное, он залагал там. Так. Все. Да, он там, видимо, залагал. Сейчас мы здесь проплывем немного. Так, люди, давайте, не падайте. Ой-ой-ой, там сколько людей-то попадало. Ну ладно, я подожду вас. Людей на яхте реально много. Там еще один бичик плывет. Так. Пуль брать будешь, Адам? Давай залезай. Тебя ждали. Все, погнали. Вот. Клюев. А ты был при Виноградове? Нет. Я был при Канунове. Хиро. Так, ну что ж, сегодня люди будут падать сегодня, я уверен. Ну что ж, поплаваем сегодня, в принципе. Адам, ты руль-то брать будешь? Все не умещаются здесь. Женьяськ там как-то странно висит. Он не упадет, интересно? Давай залезай нормально, ты мне мешаешь плыть. Яська, давай залезай. Мешаешь. Ладушки. Ну вот, поплаваем сегодня, что же еще делать там. Доплывем до Джизи. Надеюсь, мы никого не растеряем. Я буду медленно путь, пожалуй. Давайте РПшку поиграем. Матео Белл обнял бомжа. Молодец. Дайте денег, начинается. Интересно такие мероприятия организовывать. Смотрите, сколько людей съехало. Хотя сейчас ночь, то есть 2 часа ночи онлайн. В принципе, онлайн высокий, но все равно ночь. Надо было соснять мероприятие с администратором Габриэль Сота. Не буду рассказывать про это мероприятие. Габриэль, я знаю, что смотришь это. Привет тебе. Может быть, что-нибудь в следующий раз снимем интересное. Кстати, мне в прошлый раз, вчера точнее, дал один подписчик денег. 250 тысяч баксов дал мне. Не снимал суммы. И правда, блин, не помню точно его ник, поэтому не буду говорить. Но, извини уж, но спасибо тебе огромное. Эти деньги мне, думаю, помогут в скором времени. Может быть, мероприятие на них проведут, почему бы нет. Вот.
Я не вижу, что кто-то падал, где минус один. Что, Рома? Никто не падал. Я никого не видел. Дай денег на лицензию. Какой ID у тебя? Весь 40-й. Ну я не знаю, сколько стоит лицензия. Эй, куда вы там упали? Давайте залезайте. Там, кстати, еще кто-то плывет. Будете залезать к нам? Ха! Подрезай. Давай залезай. Наверное, сейчас через СФА проплывем. Давай залезай, парень. Смотрите, как он танцует в самом начале. Не знаю, это вроде корма или... Не знаю, сам впереди всех, вот так скажем. Кто за тесака? Должанский, я твой поклонник. Я отправлял Love You. Я слышал, вы снимались в фильме «Зеленый Соник». Где-то что-то, какую-то хрень пишут там. Так, да я хочу все-таки не за рулем побыть, Адам. Бери руль. Давай бери руль, ёпта. Я не хочу рулить, я хочу с народом побыть. Все, он бежит там. Давай. Он слетел, блин. Давай, 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 давай. Адам, давай, давай, давай. Все, бери руль. Все. Давай, Яська, раздевайся. Сейчас мне Яська будет крем натирать на спину. Смотрите, прям через завянусь проплываем. Надеюсь, нас не будут отсюда стрелять. Давай, давай. Стирает крем в спину, плю его. Кстати, Яська теперь тоже был СПД. Вот. А, еще одна новость, про которую я забыл сказать. По-моему, даже самая важная новость. Я теперь в свате. Да, я в свате, друзья. Все благодаря тому конкурсу. Видео конкурса можете посмотреть у меня на канале. Оно недавно было выложено. Вот, я в нем победил. И меня взяли в сват. Я обязательно сниму видео в ближайшее время по свату. Там намного... Там интереснее вообще, чем в любом другом месте. Поэтому надо обязательно снять. Там же патрули и все дела. Пока я только стажер, но надеюсь, я успешно пройду стажировку и надеюсь, косяков не будет, я смогу выбраться в люди. Ну, это в любом случае уже большие плюсы к моему продвижению по службе, к той цели, для которой я, собственно, снимаю эти влоги, то есть ФБР. Так, куда мы приехали? Это что, конец, что ли? Адам. Поехали к Джизи. Давай к Джизи, братан. О, смотри, там кто-то, кстати, тут приехал. Ха.
Наверное, сейчас даже в жизнь зайдем, почему бы нет, если там цена не слишком высокая. Вот такие вот дела. Кстати, что у меня там с квестом? Я вроде как его прохожу, а вроде бы даже не прохожу. Статистика. Еще 7 прав надо изъять. Ну ладно, попробуем. Ой-ой-ой, нет. Ой-ой. Что-то заглох, что ли? 300 хп. Заглохли. Ха, вот мы и прокатились на яхте. Механик Соник как не подъедет. Ну что ж, давайте тут тусить-то, я не знаю, устроим ДМ, я не знаю, там, блин. Что тут еще сделать? Квадрате F8 осталось много транспорта с мероприятия. F8 нам FK7. Далековато. Ну давай говори, что здесь точка отдыха. Че? Пиздец. Это было нечто. Классно. Там все померли. Точка отдыха. Хорошая точка отдыха. Ну что ж. Такая ночная серия была. Не очень-то завлекательная. Но прикольно провели время, прокатились. Спасибо, что посмотрели ее. Поставьте обязательно лайк. Буду еще таки устраивать, так что следите за новостями. Я имею в виду за радио. Ну и в принципе смотрите канал, подписывайтесь на мой канал Мистер Кей. Всем удачи, до скорого.